Чё? Короче, сейчас вот это знаешь, как называется, когда кто-то сидит в прямом эфире, заходит другой, половина к нему перебегает, потом если кто-то А, страшно, да? Ничего не страшно. Страшно! Сейчас все уйдут. Что там, уже два осталось человека? Да, я как-то говорила, что ты зашла в прямой эфир, и я вела эфир. Говорит, о, там Бура завела в прямой эфир. Я говорю, так, кто уйдет, вообще всех заблокирую. И вообще, и кто наоборот, все ко мне приходили. Что кто уйдет из прямого эфира? Всем привет, я в эфире. Что ты за мной повторяешь? А, мышь? Нет, не верьте. Чего они там сидеть? Не сидите, там скучно. Ты короче. Просто, ты говоришь, твоё в прямом эфире, у меня это в прямом эфире тоже говорится. Что, мне шепотом теперь разговаривать? Да. Провода. Короче, что хотела сказать. Я в прямой эфир зашла вообще ненадолго, совсем на чуть-чуть. Потому что у меня сейчас сядет батарейка. Приезжай бороться будем. Нет, не будем. Я сейчас не в форме, мне надо подготовиться. Нет, хотя я всегда в форме, на самом деле. Так. Ты похожа на эфизм. Просто я решила зайти ненадолго, потому что вы меня все потеряли. Вот, и я хочу показать вам, что у меня все хорошо. 17, 16, 14. Не гладит, достану уже. Тра-та-та-тра-та-та. Слышите ее, да? Ужас. Сегодня можно быть. Смотри, пожалуйста, ты мне мешаешь. Я тебе мешаю? Шутка. Ты мне мешаешь. Вот там шепчи, пожалуйста, в своем прямом эфире, а я со своими катанами буду. Будь моей девушкой, мне пишет, понятно? Так будь. Так. Сейчас ты кто? Давай словимся с тобой, спишемся. Так. Все у меня хорошо, спасибо. Я к Танюхе к тебе пришла. Так. А, конечно. Я не скажу, кто ты, честно. Это любовь. Она не найдет никого. Я не найду. Да смотри, ты в свой прямой эфир. Я смотрю. Она постоянно смотрит на меня. Тогда, не постоянно. Нет, и ты просто говоришь про красный дошик, и я не поняла, что ты говоришь. Красный дошик. Я уже поняла. Не надо повторять. Я сейчас не одна. Да я не общаюсь, милость, что вы пристали. Я не злая, ребят, вы чё, я добрая очень. Не надо врать людям, пожалуйста. Да, я узнала тебя, да. Я не помню. Ну, все. Я тоже, кстати, от Танюхи ушла. Я тоже от Тани. Ну ладно, хорошо, 20 человек ушло. Пуськи мои. Нет, в Елец я больше не поеду, спасибо. Мне хватило Елеца. Что такое Елец? Город. Где мы с Катей проводили встречу. Не фан-встречу, а... Я тоже от нее к тебе перешла, пусть блокирует. Какие мрази. Она недобрая, мы-то знаем. Да, блин, здесь послушают с двух эфиров. Это мои люди, они чувствуют, когда нечисть рядом. Да? Не бросают, как? Угу, нет, тоже такие. Я бы украсила бы не волосы. На самом деле, я бы считала бы не волосы. Это батл эфиров. И сегодня да. Я тебя вот через тобой буду. Правильно. Я отвечу в директ, да, но только чуть попозже, потому что у меня не ловит сеть отвечать. У меня сейчас батарейка сядет. Ну просто покушать. Ты сейчас мне показалась или ты про меня говорила? Тебе показалось. Ты про меня говорила? Да. Ты охренела? А вы слышали, она сейчас вас вообще всех заложила, типа, я отвечаю на вопрос только маленьких детей. Да. Угу. Ну, которые, типа, как дела, и вот у Ани прямой эфир состоит здесь, как она рассказывает про свои дела. Только хорошо, отлично. А ты только материшься в своем прямом эфире. И вообще... Сейчас нет. А обычно до этого у тебя вообще один мат идет. И сигу как закуришь, а там дети смотрят. Слушай, эти дети мне учатся плохо. Да все, конечно. Таня, у тебя интереснее, чем у Конора. А сколько у тебя человек? Скажи. 302. Ну пока, у тебя не может быть интереснее у меня, понятно? А ты забрала всех. Ну, это значит, интереснее-то у меня. Если я все шли. Они не уйдут от меня, я знаю. Втащи ей. Просто мне пишут, втащи тебе. Я согласна с тобой, надо втащить ей. Втащить вот эти дети, чему они... Это не дети. Откуда ты знаешь по нику и аватарке, которые не видно? Да, мне видно. Вообще, такая ванга. Ты лучше, чем Таня.
А вот это, кстати, нельзя так говорить. Каждый индивидуально по-своему, понятно? Ты не индивидуально. Вот ты не индивидуально. Я индивидуально, и ты индивидуально. Конор у тебя интереснее, чем у Тани. Если честно, мое сердце, ваше сердце. Привет, сука. Не могу на тебя. Видишь, что я красивая. Сижу с моей... А вот мне прям сидят и пишут, что я уродина. Да. Про... Два, блин. Говорят, чтобы я тебя поцеловала, но ты слишком злая, так я не буду с тобой тебя целовать. Как подруга. Вот ты Косте напишите, что вы ее любите. Понятно? Одно сообщение. А мне про тебя вообще ничего не пишут. Все, на самом деле у меня вот вообще 5% зарядки, поэтому я с вами прощаюсь, я вам показала. Я вам показала. Ты своим говори. Что ты? Я своим говорю. Вам. Ты говоришь. А потому что она вам ничего не может показать хорошего. Кому? Вам? Твоим? А я твоим не собираюсь показывать. Короче, не пропадай. Я буду стараться выходить на связь, буду выходить, короче, больше в эфир, правда, очень буду стараться. Нахуй. Таня, конечно, пишет. Бурую, это так написали. Приседай. Приседай. Тут прям? Да. И пинка получит прям тут. Приседай. Короче, а все, я проиграла, да, я за мат должна приседать. Вот, короче, поэтому я буду приседать. На самом деле, все, я вас правда люблю, прощаюсь с вами, постараюсь, возможно, может быть, завтра я выйду в эфир. Ладно, все, я, короче... Чтобы не повадно было. 10. Ребят, вы считали? Боже мой, пропустилась. Блин, я просидела. Ну тут так просто написали, да. Простите, пожалуйста, меня за мат. Вообще больше так не буду. А та табака сказала мат в мою сторону. Не надо тут на моих людей, пожалуйста, бычить, ладно? Ладно. Все, целую вас, обнимаю. Ой. Привет. Планируются ли какие-нибудь мероприятия в Москве? Да, планируется. Сердце мое ваше. Идеальный стёк, конечно.